Приветствую вас, друзья, с вами Дмитрий Афанасьев, и мы продолжаем работать над редизайном сайта. И в данном видео мы сделаем редизайн категорий, а именно страниц, появление которых у нас происходит при клике на телефоны и под категории, и так далее, телефон Samsung и так далее. Кликаем по телефону, вот таким вот образом у нас выглядит категория, у которой нет товаров, но есть другие подкатегории, да? При переходе на дочернюю категорию мы видим товары данной категории. Реализовываться они у нас будут точно так же, как и на главной странице сайта. Итак, что нам для этого потребуется? Переходим в NetBeans, открываем категорию TPL, которая у нас в шаблоне Default, и делаем копию данного файла в папку текстуре. Вот он, категория TPL. Они у нас сейчас идентичны. Итак, что это нам даст? Переходим на наш сайт и зайдем в категорию телефона. Практически мы получили то же самое, что и на уже готовом сайте. Да, то же самое практически получилось. Но если мы зайдем в дочернюю категорию, и там, где у нас товар, мы увидим вот такие вот маленькие картиночки. То есть немного не то, что нам нужно. Здесь вот у нас вот точно так же, как и на главной. Вот наша главная страничка, да, его страничка под категории с товарами. Здесь же выглядит немножко все иначе. Итак, что нам требуется? Нам требуется из шаблона, который у нас заимствован из дефолта, сделать аналогичный, но уже используя код текстуре. Данный урок, он достаточно прост, так как код практически будет весь заимствован из шаблона index.tpl. Здесь у нас тоже есть вывод товаров. И, в принципе, то же самое мы должны будем сделать и здесь, в категории TPL. Итак, приступим. Я удаляю весь текст из нового шаблона категории TPL в текстуре и заменяю его следующим кодом. Итак, в теге H1 мы также пишем товары категории и выводим название категории, беря ее из массива RS категории. Далее, так же как в index.tpl, мы открываем тег div с классом jumpcut, и здесь он у нас закрывается. И далее с помощью тега foreach мы пробегаем по всем продуктам, если таковые имеются, да, и рисуем, собственно, все продукты точно так же, как и в index.tpl. Далее в самом низу мы пробегаемся по массиву дочерних категорий, если таковые имеются, и выводим дочерние категории в тегах h2 и внутри, соответственно, ссылочку на дочернюю категорию. Итак, сохраняемся, переходим в браузер и смотрим. Вот у нас картиночки поменялись. Можем зайти в товар. Вот таким вот образом он у нас выглядит. Да, вот категория Samsung. Если просто телефоны, ну, собственно, давайте сравним. Просто телефоны и у нас. Ну, то же самое, да. Переходим в Samsung. Здесь переходим в Samsung. Да, тоже идентично. За тем исключением, что здесь у нас есть тестовый продукт без картиночки. Итак, давайте перейдем в первый попавшийся телефон Samsung. Вот он. И здесь то же самое сделаем. Да, две одинаковые странички получаются у нас. Вот, в принципе, и все. Спасибо за просмотр. С вами был Дмитрий Афанасьев. Пока.